Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Гелюзудинова и мой канал «Делимся опытом взаимно». Хочу вам показать мои черенки. Теперь они уже, конечно, маточники. Черенки эти брала в начале августа. Кто со мной на канале, тот знает и помнит. И меня не было дома 15 дней, полмесяца. Я ездила отдыхать в Таиланд. И поэтому за это время я хочу показать, как они выросли. Вот такие вот огромные. Муж, конечно, поливал по графику, я ему писала. И все было хорошо. И они такие огромные стали. И я даже думаю, не буду их, наверное, еще обрезать. Потому что уже после Нового года буду черенковать. Это вот у меня, если считать сверху, то первая полка. Если снизу, то это третья. Вот вторая такая полочка. Сейчас я слезла с табуреточки. Вот, там я оборвала цветочки, здесь еще ничего не обрывала. Все в цвету, господи. Вот такие вот у меня. Выросли огромные, огромные просто. Вот такой вот, это вообще мой любимый блю рамблин. Такие в нем красавицы цветочки. Еще там надо отсвёрши оборвать. Так, и вот нижняя полка такая вот. Вот это вот красное вино, они, конечно, огромные, всегда растут. Можно, может быть, подстричь еще, даже не знаю, что и делать. Там еще на кошке мне, у меня стоит два остеосперма, белый и такой вишневый. И, конечно, моя неудачный черенок, это алисум ампельный. Вроде рос-рос, потом вот вообще ничего не растет и весь уже подсыхает. Ну, ладно, что ж. Не все всегда получается. Теперь я хочу вам показать. У меня заболел один черенок. Вот я его сегодня весь обрезала. Это шуга, рамблин шуга плюм. У меня, по-моему, даже и больше нет. Вот один череночек такой. Такие красивые. А, нет. А, нет, вообще-то, да, нету больше. И вот я его побрызгала. И чем же я его побрызгала? Привикуром, по-моему, и фитовермом. Все смешала по капельке в маленькую бутылочку. Все распылила его. Так хорошо пролила и землю, и его. Ну, посмотрю, понаблюдаю. Пройдет хоть, может быть, с недельку, что ли. Еще побрызгаю чем-нибудь. Я думаю, если он живой и все нормально. А он, я смотрю, живой. Он отойдет. И еще, по-моему, и даст мне побеги. В общем, можно черенковать смело до самого начала апреля. И все будет нормально. Вот я хотела вам показать, конечно, черенки. Такие мои. За мое отсутствие, как они выросли. Я вам перед тем, как уезжать, как бы показывала уже их. И вот такие вот они огромные. Ладно, до свидания, до новых встреч.